Всемирная история живописи. Флоренция, около 1420 года. Мир стал другим здесь. В ярком пламени новаторства истории человечества и история живописи слились в одно целое. Век гениев. Это Флоренция. Возможно, самый важный город для истории живописи, потому что это столица Возрождения, где жили и творили Леонардо, Микеланджело и Боттичелли, художники, воплотившие новое самосознание человека. Но если бы спросить великих художников Возрождения, где зародилась искра будущего пламени, они указали бы на маленькую часовню Кармелитской церкви. Капелла Бранкаччи. Все они приходили сюда полюбоваться работами молодого художника Мазаччо, который остался молодым навеки, потому что умер, не дожив до 30 лет. Возрождение началось с него. Адам и Ева изгоняются из рая, из блаженного лона, на жесткий и холодный свет повседневного бытия. И Мазаччо создает их совершенно правдоподобными для нас и совсем не похожими друг на друга. Адам не помнит о своем теле. Он закрывает лицо, не в силах вынести свет истины. Возможно, он уже не знает, кто он такой. А Ева, наоборот, остро стыдится своего тела, хотя вроде некому на него смотреть. А выставляет она лицо, искаженное страшным воплем. Ее глаза, как щели, подобны глазам новорожденного. Но можно сказать, что лицо ее похоже и на череп, потому что все рожденные смертны. Все, что было потом, действительно ведет свое происхождение от этих двух образов. От прекрасной мужской наготы Адама, от эротичности Евы и от погружения в истину. На самом деле, их изгоняет не ангел, они сами себя изгоняют. Их гонит чувство вины, и мне кажется, что это крайне важно, поскольку иногда думают, что творцы Возрождения видели в человеке богоподобное существо. Но нет, они видели в человеке достоинство, силу смотреть в глаза судьбе и нести ответственность. Однако они и чувствовали на себе бремя всех печалей, пережитых человечеством, всех его грехов и страхов. Вот что провозглашало Возрождение. Человек – существо гордое, страдающее, но не несущее ответственности. Искусству нужны покровители, и флорентийским художникам повезло. Они нашли просвещенных купцов и банкиров в своем городе. В первую очередь это была семья Медичи. Они были банкирами. Из этой семьи потом вышли папы и королевы, но ее главный вклад в историю состоял в том, что они тратили свои деньги. Казима, первый меценат из Медичи, построил новый монастырь для братьев-доминиканцев и снабдил его великолепно устроенной библиотекой, чтобы они хранили там свои драгоценные рукописи. Все полы и все кельи должны были быть украшены живописью. И для этого Казима выбрал художника из числа самих монахов, брата Джованни. Он писал ангелов так искусно и уверенно, что его прозвали братом-ангелом, Фра Анжелико. Фра Анжелико – алтарь в монастыре Сан-Марко. Эта великолепная картина принадлежит кисти Фра Анжелико. Ряды святых и ангелов могут показаться некоторым из нас довольно-таки устрашающими. Однако,
Вот небольшая картина о Косме и Дамиане, расположенная под главным панно. В ней видны теплота, остроумие и изысканность Фра Анджелико. Это история о Юстиниане, у которого была опухоль на ноге, и однажды ночью ему приснилось, что в окно влетели сами Косма и Дамиан, отрезали его ногу и заменили ее ногой умершего эфиопа. Когда он проснулся, то обнаружил себя двуцветным, но исцелившимся. Это удивительная маленькая работа. Пространство так реально. Вот стул, вот тапочки. Заметьте, их две. Видимо, Юстиниан в душе ожидал чуда. Здесь есть и ночной горшок, и множество лекарств, и двое святых, вокруг которых еще заметна небесная дымка. А как аккуратно они задвинули занавески. Они склонились в своих очках и увлеченно пришивают черную ногу. Мораль, конечно, в том, что люди должны ухаживать за ближними, и никто не мог бы ее передать свежее, чем наш дорогой Фра Анджелико. Богачи всегда стремились украшать свои дома, а Возрождение нашло для этого новые темы. Здесь, на вилле Лемми, картины нерелигиозные. Образы взяты из мира, который вновь открыли ученые Возрождения. Это мир мифов, муз и граций. Классическая древность была в большой моде, и никто не следовал ей успешнее, чем Боттичелли. Вот его Марс и Венера, бог войны и богиня любви. Вытянутая форма картины говорит нам, что она составляла целое с предметом мебели. Возможно, с сундуком или висела над дверью, но в любом случае она находилась в спальне, поскольку здесь изображены любовники. Боттичелли так изыскан и грациозен, почти как английский придворный живописец. Мы редко находим у него юмор, но здесь он явно присутствует. Марс выглядит совершенно изнуренным после ночи, проведенной с подругой. Он даже не слышит, как маленькие сатиры шумят у него над ухом. Зато Венера невозмутима и собрана. И поскольку они герои мифов, это, конечно, символизирует, что любовь всегда сильнее войны и способна обезоружить ее. Боттичелли прекрасно это сознавал. А вот в самом себе, мне кажется, он многого не сознавал. Ведь за всю свою жизнь он так и не нашел себе подруги. Он был одинок. Посмотрите, как разделены эти любовники. Ни о каком единстве нет и речи. Марса, похоже, это не огорчает. Он просто погружен в глубокий животный сон. А вот Венера, несмотря на эту смелую полуулыбку, вам не кажется, что эта женщина страдает от одиночества? Возможно, многие женщины эпохи Возрождения смотрели на нее и чувствовали, что это и есть женская доля. Думаю, эти качества, ум, нравственные убеждения были особенно характерны для Боттичелли. И этой картине придает особое очарование именно неосознанное, но глубокое понимание одиночества. Мантуя, около 1450 года. К эпохе Возрождения Мантуя стала мирным процветающим городом, блистательным центром искусства и науки.
Светская жизнь била ключом, процессии и празднества могли поспорить пышностью с древнеримскими. Правитель Людовика Гонзага жил в окружении красоты, богатства и учености. Среди его придворных был художник Андреа Мантенья. Если бы Монтень не существовал, его следовало бы придумать ради истории живописи, потому что он заполнил множество пустых мест. Он единственный гений в Северной Италии, потому он как бы создает равновесие, и он единственный великий художник, официально работавший при дворе. Этим счастливым двором оказался двор мантуанского сеньора Гонзаги. Это имело свои преимущества и свои недостатки. Преимущество в том, что живописцу был обеспечен более или менее постоянный доход, а недостаток, что ему приходилось писать господ Гонзага, которые, как видите, не были писанными красавцами. Например, в Монтанье я могу убить сразу двух зайцев, потому что его работы широко показывают огромный интерес мастеров Возрождения к скульптуре, к римским и греческим статуям, которые они выкапывали из земли. Монтенье был особенно очарован твердостью камня, и вы, может быть, видите, что он отразил уродство лица Гонзаги, но придал ему величественность и монументальность, характерные для скульптуры. Он справился с этим очень хорошо, но я не могу избавиться от впечатления, что он это делал по обязанности. А для удовольствия он писал этот чудесный пейзаж на заднем плане с волшебным городом, которого никогда не существовало. Мантуи – его мечты. А если посмотреть сюда, то здесь виден еще более чудесный город. Какие причудливые фантастические формы у скал, какие странные замки. Я думаю, Мантуя сильно тосковал по свободе и радостям жизни, которых физически у него не было. Он прожил тут всю жизнь, зато у него было воображение. Но еще более поражает в этом зале потолок. Такой тип росписи называется окулюс, что значит глаз. Это прекрасное изображение неба, обрамленное балконом, на котором стоят херувимы. Самое же интересное, что в картине Монтенья был секрет. Все зависело от того, где сидеть. Там сидел только герцог. Его гости входили оттуда. И только он знал, что наверху устроен коварный сюрприз. Ему, наверное, было приятно думать, что все, кого он не любит, находятся в опасности того, что эта огромная бочка неожиданно упадет им на головы. Поскольку суть Возрождения была в том, чтобы научиться управлять реальностью, важную роль играло учение о перспективе. Перспективу в живопись ввел Мазаччо, что стало одним из главных событий в истории живописи. Его «Троица» написана на стене большой флорентийской церкви, но скелет Адама, первого человека, как будто лежит в выемке под каменным выступом. А над ним распятый Христос висит на кресте в реальном пространстве, как будто в боковом пределе. Трудно поверить, что это не объемные формы, а лишь живопись. Эта техника была доведена до совершенства в таких картинах, как «Идеальный город», которую приписывают Пьеро делла Франческо. Вся композиция сходится в центре, в неуловимой точке, как будто притворяя мирские заботы в гармонию. Нас притягивают безлюдные улицы. Так и кажется, что за храмом скрываются другие улицы. Их не видно, но они есть.
Пьеро писал книги по математике и оптике. Возрождение, стремившееся к истине всеми путями, не знало противоречия между искусством и наукой. Но жил на свете великий гений, который вывел и то, и другое на новый уровень, и он был совершенным человеком Ренессанса. Леонардо – человек из Винчи. Он был незаконно рожденным сыном мелкого стряпчего, но обладал одним из величайших умов всех времен. Винчи около 1450 года. Что только не было предметом исследований этого пытливого гения. Полет птиц, бронемашины, кровообращение, измерение силы ветра, вертолеты, подводные лодки, астрономия. Все это не давало покоя его блистательному воображению. Что мы должны заключить о человеке, который, устраиваясь на работу, перечисляет все свои инженерные и научные умения, а в конце добавляет, что он еще немного занимается живописью? А написал он одну из самых знаменитых картин в истории. Мы так много раз смотрели на Мону Лизу. Нам кажется, что мы понимаем ее, но это не так. Она бесконечно сложна, но если мы не вглядимся в нее по-настоящему и не постараемся понять ее, то мы никогда не поймем Леонардо. Обычно хороший портрет сочетает в себе редкую красоту и индивидуальность. Это мощный магнит, который затягивает нас в поле чужой личности. С Моной Лизой не так. Не мы реагируем на нее. А она реагирует, но не на нас, а на художника. Учтите, Леонардо был самым красивым мужчиной своего поколения, прекрасным певцом. Работая над картиной, он обычно слушал музыкантов. И мы точно знаем, что он никогда не состоял в эмоциональных отношениях с женщиной. С юношами, да, но и только. И вот перед ним жена купца Мона Лизы, которая, слегка улыбаясь, с интересом и удивлением наблюдает за красивым, влиятельным мужчиной аристократической внешности, пишущим ее портрет. Она знает, о чем она думает, но делиться мыслями она не намерена. Чудо Леонардо состоит в том, что он уловил это. Этот взгляд означает, что сама она не хочет раскрываться, но наблюдает за ним и еле заметно улыбается, сохраняя себя как тайну. За ней виден чудесный холмистый пейзаж, таинственные горы и реки. Все это, конечно, намекает на вечную тайну женственности. Возможно, она сидит недалеко от своей кухни, и она знает, что для Леонардо вечная тайна женственности значит нечто совсем иное, чем для всех ее знакомых. И ей это приятно. А у Леонардо хватает смирения, хватает гениальности, чтобы передать эту ее мысль. Я не покажу вам, какая я есть. Я только покажу, как я оцениваю вас. Эта картина заслуживает звания самой великой картины на свете, по крайней мере, самой знаменитой. Рим. Около 1500 года. Леонардо отмечает пик эпохи, высокое возрождение. Его центр переместился в Рим, тогда довольно жалкий город. На форуме паслись коровы. Но честолюбивый папа решил, что это унизительно. Юлий II хотел восстановить древнее римское великолепие Рима. Он начал перестраивать город с гигантским размахом и в центре возвел собор Святого Петра, самый большой собор в мире. И
Юлий умел распознавать таланты. И когда дошло до живописной отделки его собственных апартаментов, он выбрал молодую знаменитость из провинции Рафаэля. Ему едва исполнилось 25 лет, но он был умен. Все картины в этом зале прославляют могущество римских пап, от Юлия до первого папы святого Петра. Святой Петр попал в тюрьму, и Рафаэль рассказывает всю историю о том, как он вышел на свободу при помощи света. С этой стороны ступени, ведущие в тюрьму. Кстати, обратите внимание, как чудесно он вписал в картину это большое окно. Итак, это лестница обыденного мира, которая освещается луной на небе и искусственным источником, которым в те времена мог быть только факел. При этом свете можно видеть, но он не верен, все размыто, лишено ясности. Внутри тюрьмы другой свет. Там ангел, сотканный из света и воздуха, излучающий удивительное небесное сияние, какого никогда никто не видел, даже святой Петр. Его глаза закрыты, как и стражники, он спит. При этом ему снится, что он видит ангела, который говорит, что выведет его из заточения, берет его за руку, оковы спадают, они подходят к двери, и она распахивается. Они спускаются по лестнице, все стражи спят, они проходят через всю тюрьму, двери открываются, стража спит, никто из них не видит, и они выходят в город. Тут ангел оставляет его. Святой Петр просыпается, и он свободен. Это случилось, он сбежал. Великому папе Юлию II, который превратил Рим в мировую столицу искусств, эта история очень нравилась. Он хотел, чтобы Рафаэль написал ее. По его мнению, она показывала, что папу нельзя удержать. Но, конечно, смысл гораздо глубже. Это мечта о бегстве. Каждый человек мечтает о том, чтобы все заботы исчезли. Никаких долгов, счастливая любовь, отдых и наслаждение. И мне кажется, что это было близко Рафаэлю, который умер 37 лет. Он был красив, его все любили. Он достигал успеха во всем, за что брался, но у него была заветная мечта. Он грезил побегом. Рафаэлю все давалось так легко. И это казалось несправедливым смуглому гению, который работал на износ по соседству. Родословная Микеланджело была безупречно аристократической. Семья пришла в негодование, когда он решил работать руками. Но ведь его нянчила жена каменщика. Больше всего он любил, когда его руки и одежда были испачканы за работой. Скульптура была его страстью. Эти незаконченные статуи называются пленниками. Изначально они предназначались для украшения гробницы самого Юлия, которая должна была соперничать с древними мавзолеями. На ее создание Микеланджело понадобилось бы 20 лет. Но Юлий остановил его. Юлий попросил Микеланджело расписать потолок. Но тот ненавидел живопись. Он считал, что у него нет для нее дара. И вот что он сделал. Сикстинская капелла. Роскошь и красота творения Микеланджело никогда не были превзойдены. Никогда, ни в какие времена. Можно сказать, что вся эпоха Ренессанса, суть которой — новая жизнь, сконцентрирована в рождении Адама. Адам лежит во всем великолепии мужской наготы, но он еще не живой.
Он способен лишь поднять бессильный палец, и навстречу ему из туч спускается Господь Всемогущий. В его огромном развивающемся плаще целый мир. Ева это или нет, но это человеческое лицо, смотрящее прямо на Адама, бросающее ему вызов. И палец Бога дотрагивается до пальца человека. Адам прекрасен, но у него еще нет разума, он еще не живой. И это было очень важно для Микеланджело. Он считал, что вершина красоты – это молодое мужское тело. Но тело должно быть мыслящим. Чтобы выразить эту мысль, он поместил по всему потолку обнаженные фигуры. Ученые не разгадали, зачем они здесь. А они недвусмысленно доказывают, что одной красоты мало. Должен быть дух, должно быть мышление, должны быть чувства. Вся роспись повествует о нашем путешествии во времени, которое довело нас туда, где мы сейчас. Когда Микеланджело было 70 лет, другой папа упросил его взяться за кисть. Но обращение святого Павла сильно отличается от Сикстинской капеллы. Здесь царит неразбериха. Христос слетает с небес, сбивает святого Павла с лошади, и тот лежит. Но у него лицо не молодого Павла. Это лицо старика. Самого Микеланджело, который растерян и смущен. Он пережил возрождение и сознает это. Он вглядывается пустыми глазами в тайны постренессансного мира. Но в истории Возрождения есть еще одна глава, отмеченная неповторимым своеобразием, действие которой разворачивалось в Венеции.